приглашается еще один член жюри. Поэт-песенник, академик Российской национальной музыкальной премии «Виктория», лауреат премии «Шансон года». На сцене Иван Овчинников! Ну и, конечно же, художественный руководитель нашего фестиваля, председатель жюри, заслуженный артист России Сергей Войтенко! Сегодня не жалейте свои ладоши, потому что ваши овации – это, наверное, самое дорогое для артиста, для любого артиста, который выходит на сцену. Поэтому поддерживайте аплодисментами. Мы приступаем к церемонии награждения. В номинации «Инструменталист-академ» лауреатом третьей степени становится Лев Шестаков, город Санкт-Петербург. Лев, эти овации для вас. Мы просим вас оставаться на сцене для того, чтобы в завершении нашей церемонии награждения сделать финальное памятное фото. А также лауреатом третьей степени становится Гаджиев Шафая, город Санкт-Петербург.
Я напоминаю о том, что сейчас на сцену поднимаются лауреаты первой степени. А также в данной номинации есть еще одни лауреаты первой степени. И это дуэт Илья Цыпунов и Мирон Алмазов, город Псков. Ребята уже стоят на сцене. Ну что же, давайте поддержим, давайте поаплодируем и поблагодарим наших конкурсантов, наших победителей данной номинации. Памятная фото. Вверх поднимаем ваши кубки, разверните их лицо. Да, все правильно, кубки, дипломы, подарки. Спасибо, приглашаем вас занять свои места в зрительном зале. Спасибо огромное, мы продолжаем церемонию награждения. И приступаем к номинации «Инструментальный ансамбль». Лауреатом третьей степени в номинации «Инструментальный ансамбль» становится образцовый детский коллектив Санкт-Петербурга, ансамбль русских народных инструментов «Невская радуга», город Санкт-Петербург. Лауреаты третьей степени. «Невская радуга». Я один представитель. Для одного бурные аплодисменты. Есть еще два представителя. Отлично. А также лауреатами третьей степени становятся трио аккордеонистов «Лива Арт», город Санкт-Петербург. Сегодня наши победители. Получилось так, что заняли свои места в середине зрительного зала, и поэтому долго приходится выбираться. В номинации «Инструментальный ансамбль» лауреатами второй степени становятся София Дьяковская и Евгений Рыбин.
овацией становится казачий ансамбль «Атаман» имени Красноперца, город Санкт-Петербург. Оркестр баянистов, город Санкт-Петербург.
и оркестр становится концертный состав школы оркестра баянистов имени Смирнова, город Санкт-Петербург. Сергей Александрович Чепурнов, руководитель, мы приглашаем на сцену. Конечно, конечно, овации продолжаются, церемония фестиваль «Душа баяна» набирает обороты. Сегодня впереди еще ярчайший гала-концерт. Конечно же, много творческих сюрпризов для всех присутствующих в зале. Памятное фото, овации, подарки. Может, поближе подходите? Ну еще бы. Какие профессионалы. Вообще, это награду. Спасибо, спасибо огромное. Ну да, да, да. Давайте фотографии подкинем. Спасибо, приглашаем вас в зрительный зал для продолжения праздника. Номинация «Творческий номер». Лауреатами третьей степени в данной номинации становится ансамбль «Лошкарей», город Санкт-Петербург, руководитель ансамбля. Смогли остаться.
особенно из далеких регионов, поэтому это не значит, что этот человек вышел там дважды, трижды, что он просто за других получает в этой комиссии. Спасибо. Но, тем не менее, овации ваши должны быть самыми яркими сегодня. Браво! Лауреатами второй степени в номинации «Хор» становится образцовый детский коллектив художественного творчества Республики Карелия, фольклорно-хореографический ансамбль «Калгусе», город Петрозаводск, Республика Карелия. Есть ли у нас представители? Конечно, передадим. И еще один лауреат второй степени в данной номинации – это хор русской песни «Журавушка», город Ломоносов. Лауреатами первой степени в номинации «Хор» становится Марионеток, Фонтан Львов, город Санкт-Петербург.
огромное количество номинаций. Мы продолжаем церемонию награждения. Номинация «Частушки». Лауреатом третьей степени номинации «Частушки» становится вокальный ансамбль народной песни «Город Великий Новгород». Руководитель Ульяна Дмитриевна Шерстюк. Так, по традиции Новгород выходит из улицы. А из Новгорода много наград. А также лауреатом третьей степени становится Алина Королева, город Великий Новгород. Скажите, за Алину Королеву тоже вы получите, да? Пожалуйста, церемония награждения продолжается. И еще один лауреат третьей степени в номинации «Частушки», и им становится Александр Волошанюк. Гран-при нашего фестиваля я с большим удовольствием хочу вручить коллективу, который покорил нас своим профессионализмом, своей энергетикой, коллективу, который в этот год приходит на репетиции по 4, по 6 часов репетирует в этом оркестре. И этот оркестр вчера дал здесь сольный концерт. Конечно, вы поняли, о чем я имею в виду. Оркестр Павла, оркестр имени Павла Смирнова. Гран-при фестиваля «Душа моя». Да, это заслуженно, я считаю. Да, к сожалению, сами руководители не смогли подъехать, у них
расписанный график, оркестр весь в гастролях, как они умудрились там на конкурс попасть, я сам не представляю. Но как-то вот провидение, что называется, Господь Бог увидел, услышал. И мы, как фестиваль, очень рады, что у нас в фестивале принимают участие такие замечательные коллективы, потому что фестиваль от этого тоже живет, и фестиваль от этого тоже получает только плюсы. Потому что когда в нашем фестивале принимает огромное количество участников со всей страны, а на сегодняшний день я могу сказать, что мы сейчас уже, вот объехав 4 федеральных округа, мы уже в копилочку сложили участников из 30 регионов страны. В Москве, который сейчас пройдет через 2 недели фестиваль, там 26 регионов соберется. То есть уже 56 регионов за этот первый этап нашего фестиваля мы прошли. В следующем году еще 4 федеральных округа и новые территории. Я надеюсь, что все остальные, если 89 минус 56, сколько будет? Это же Егорский, а я не математика, ладно. В общем, посчитаю, да? Я надеюсь, что практически вся страна у нас будет представлена на нашем фестивале. Ну и один из самых главных и ожидаемых, точнее долгожданных призов нашего фестиваля, это, конечно же, специальный приз, музыкальный инструмент. И мы решением жюри в этот раз решили присудить этот приз, и сейчас я скажу, ансамблю русских народных инструментов Новгородского областного колледжа искусств. Thank you.
Уважаемые артисты, что я могу сказать? Поклон на бис от зрителя – это высшая мера признания. Спасибо вам огромное. Спасибо. Друзья, в этом году в фестивале появилась новая номинация, которая называется «Символ баяна». Это специальная номинация, которая вручается известным деятелям народного творчества, которые внесли весомый вклад в развитие и популяризацию баяна, аккордеона или гармонии. И мы уверены, что у нас есть множество достойных людей, которые заслужили получить этот приз в данной номинации. И уже в ближайшее время на всех информационных ресурсах фестиваля «Душа баяна», подписавшись на которые, вы можете отсканировать QR-код, и будет запущена специальная форма, где вы сами сможете рассказать историю своего символа баяна. Что такое QR-код, знают все? Действительно,
После таких песен невольно приходят в голову такие слова о том, что душа баяна – это душа России. Вы согласны? Да. Вы согласны? Ну, поскольку вы согласны, то докажите мне это. Давайте я сейчас скажу громко. Душа баяна, а вы мне ответите. Душа России. Готовы? Да. Точно? Не слышу? Да. Давайте. Душа баяна. Душа России. Сейчас. Вот там, мне кажется, Сергей Иванович Войтенко, который сейчас в гримерке ждет своего выхода еще перед вами, он не слышал этого. Поэтому давайте сделаем так, чтобы вот он услышал. У него гримерка там, в принципе, недалеко, но достаточное расстояние до него. Душа баяна, душа России. Итак, душа баяна! Душа России! Супер, молодцы, поаплодируйте себе! А теперь... Поскольку этот этап северо-западный у нас, чтобы весь северо-запад услышал, насколько громко и как хорошо мы относимся к этому инструменту. 3-4. Душа баяна! Душа России! Браво! Аплодисменты! Душа баяна! Душа России! И прямо сейчас я хочу пригласить на эту сцену хор русской песни «Журавушка», Ленинградская область, город Ломоносов, с их произведением «Синти Тюрика». Кстати, а кто мне может сказать, кто такая Синти Тюрика? Ой, я уже даже подсказал, кто такая? Кто знает? Ваше предположение? Песня. Кто? Песня. Песня. В данном случае правильный ответ, как бы. А еще? Кто это? Женщина, правильно, это женщина. А кто она, женщина эта? Кто ее придумал? Я вам расскажу. Эту женщину придумал русский народ. Это сборный такой вот фольклорный образ русской деревенской женщины. Синти Тюрика. И прямо о ней нам исполнит вот эту песню замечательную, этот замечательный коллектив. Под ваши бурные аплодисменты. Поехали! Thank you.
Я приглашаю на эту сцену еще одних лауреатов, еще одних победителей нашего прекрасного, замечательного всероссийского фестиваля «Душа баяна» и Доники из поселка Понтонный, город Санкт-Петербург. Они исполнят для вас произведение «В огороде черная речка». Ну, конечно же, они начнут исполнять для вас песню после того, как вы им бурно поаплодируете, дорогие друзья. В огороде черная редька. Ландорики. Городского дома культуры никогда не забудут этот прекрасный ансамбль.
на косе. Thank you.
проснувшись как-то с позаранку, опустошив одним глотком воды стакан, минуту продержавшись в планке, коза вдруг поняла, что нужен ей баян. Себе уже так ясно представляла дом музыки, кулисы, полный зал, о Бахе, Моцарте, Гуно мечтала, пока козел ей строго не сказал: «Ты, верно, пелены объелася из сада? Так успокойся, разум твой, наверно, пьян. Гуна и Моцарта в квартире нам не надо. Скажи, коза, ну нафига тебе моя? Чтоб мужики в бабах понимали. Четвертый год с тобою мучаюсь жмотом, поддержки никакой. Как все меня достали, а ты как был козлом, так и останешься козлом». Со всей силой хлопнув дверью, ушла коза, и по дороге в магазин ни капли не осталось уж сомнений. Баян козе, так птице небеса необходимы. Стоит коза, баян свой новый выбирает. Подходит продавец, учтивый конь. Что барышня купить у нас желает? Баян Юпитер может сразу сделать бронь? А если честно, милая, скажите, ну нафига вам, барышня, баян? Ну вы барабаны лучше прикупите. Для ваших рук подходит только барабан. Коза нахмурилась и очень разозлилась. Да разве это музыкальный магазин? Сельпо! Баян мне очень нужен, я в него влюбилась. Ведь я не спрашиваю, конь, зачем тебе пальто? Покупка сделана. Идет коза с баяном. Счастливая! Подмигивает соловья, и музыкальные идеи бьют фонтаном. А звери за спиной шепчутся: «Ну нафига козе баян?» Пришла домой, на табуретку села, взяла баян, а как на нем играть? Увы, ей это дело быстро надоело. Копытами Гуно, поверьте, не сыграть. Всей басне есть немало смыслов. Поддерживай жену, не будь козлом. А коли ссора над тобой нависла, так промолчи, не будь конем. И вот еще какая в басне мысль. Когда мечту поймать ты хочешь за рога, то есть всегда огромный смысл задать себе вопрос: а нафига? We're gonna make it.
Поэтому я хочу пригласить на эту сцену моих коллег. Это исполнительный директор нашего фестиваля Алексей Маслов и Сергей Пикс. На сцене давайте выходим и объявляем эту песню так. Русская народная песня «Морожка». У микрофона автор. Поехали. Нашим бойцам и нашим героям. Сегодня в каждом концерте должно это звучать, мы не должны замалчивать это.
И слава Богу, это происходит. Слава Богу. Я даю очень много благотворительных концертов, и на которых мы собираем средства для наших бойцов, отправляем это на СВО. Вы не представляете, точнее, вы представляете. Я вижу, что это тенденция сейчас по всей стране. Люди собираются битком на такие концерты. Еще буквально 2-3 года назад мы не могли себе представить, что на концерте прозвучит хоть какая-нибудь одна патриотическая песня. Да что вы! Какая патриотическая песня? Нет, нет, нет. А вдруг у нас народ уйдет, говорили мне режиссеры. А вдруг они неправильно нас поймут. Представляете, вот как нам мозги перепрошили, и вот произошло то, что произошло 2 года назад, ну чуть меньше 2 лет. Я благодарен, лично благодарен нашему президенту, потому что человек, который думает и видит вперед на десятилетие, мы потом сами поймем, для чего все это нужно было, и мы сейчас уже начинаем понимать. Потому что вот за эти 1,5 года люди начали меняться, мы начали по-другому смотреть на самих себя. Мы перестали стыдиться своей страны, мы перестали стесняться своего происхождения. Наконец-то! Мы начали гордиться тем, что мы русские. Тем, что у нас есть свой собственный путь. У нас есть свои собственные традиции и ценности. И не нужно нам никаких навязанных из Европы ценностей, которые мы не понимаем, которые мы не приемлем, которые нам чужды. И слава Богу, у нас есть мудрое руководство нашей страны, и мы все гордимся тем, что мы наконец-то стали снова самими собой. Настоящими русскими людьми. И я вам тоже очень благодарен, низкий вам поклон за то, что вы все поддерживаете и президента, и сами военные граждане. И сейчас прозвучит песня. Я хочу сюда пригласить Анастасию Щепакину, тоже член нашей команды, лауреат всероссийских международных конкурсов, певица. Но у нас в команде все творческие люди, все поют, все работают, все играют. Вот такая команда у нас веселая подобралась, но сейчас будет песня про жен героев. И мы хотим ее посвятить всем женщинам, благодаря любви которых наши ребята там выживают. И именно выживают, потому что, точнее, любовь дает им жизнь. Любовь их охраняет, как оберег. И вот все старания, как в далеком 41-45, когда женщины были в тылу, а их мужья, сыновья, внуки были на фронте, они всю свою любовь и все свое время посылали туда, на фронт. Именно поэтому мы победили. И поэтому, именно поэтому мы тоже сейчас отстоим право на русский мир, на нашу историю, на нашу культуру, право на правду, за которую мы с вами все и боремся. Жены героев, вам посвящается. Идут новожжённые герои.
снова весточку жду. Но мы все от макушки до пят вот здесь русские, потому что мы живем по-русски, мы думаем по-русски, мы любим по-русски, мы воюем по-русски. И я тоже горд тем, что я русский! Давайте нажмем фонарики на свои телефоны. Пусть они все видят. Я русский, и этим горжусь, и как бы земля не шатала.
держусь. И как бы земля не шаталась, я в полный голос сказать не боюсь. Я русский, и русским останусь. Я русский, и этим горжусь. И как бы земля не шаталась, я в полный голос сказать не боюсь. Я русский, и русским останусь. Национальных культур нашей страны. Ведь без национальных культур не будет нации. И душа баяна – это душа всей огромной России. И я очень рад, что мы здесь снова и будем еще неоднократно. Душа баяна! Душа России! Еще раз. Душа баяна! Душа России! И как Бог любит Троицу, душа баяна! Федерального округа с российского фестиваля «Душа баяна».
Организаторы фестиваля говорят огромное спасибо Гатчинскому городскому дому культуры и его директору Сергею Александровичу Фикс за неоценимый вклад и помощь в организации и проведении этого фестиваля. Мы говорим спасибо вам, дорогие зрители, и, конечно же, всем участникам нашего фестиваля. Еще раз поздравляем победителей Всероссийского фестиваля «Душа баяна» в Северо-Западном федеральном округе. И все мы прекрасно знаем, что «Душа баяна»!